Добро пожаловать на наш сайт. Сегодня приготовим коктейль из арбуза и молока. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Арбуз нарезаем удобным способом. Срезаем мякоть с корки и очищаем от семечек, если имеются. Закидываем нужное количество в чашу блендера. Начинаем взбивать до однородности арбузного сока. Добавляем в чашу холодное молоко, мед, всыпаем корицу. Продолжаем взбивание еще пару минут до образования пышной пенки на поверхности напитка. Коктейль из арбуза и молока готов. Разливаем напиток по стаканам и подаем к столу, присыпав сверху корицей. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!